Однокомнатная квартира мужу с женой приспичило заняться этим самым делом. Что делать, когда дома ребенок? Долго они думали, но нашли выход из положения. Говорят: «Сынок, а ты встань на подоконник, смотри в окошко, а сам нам рассказывай, что там происходит». Поставили они его на подоконник, а сами принялись заниматься этим делом. И тут сынок смотрит в окошко, говорит: «Дворник во дворе подметает, двор какой чистый стал. Ой, а там ворона полетела, на дерево села». Смотрит на соседний дом, а там девочка стоит на подоконнике. И он говорит: «О, Ленка Иванова на подоконнике стоит». Видимо, снова родители жахаются. Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.